Ну что, а вот и наконец-то наш фастфуд прибыл. Чем еще можно себя порадовать в карантин? Только едой. Мама! Вот такую красоту нам прислали из причала. Огромный Наполеон наш любимый. Вот эти цветы, спасибо огромное. Это очень супер красиво, приятно. Какой-то хавчик. В ресторан сходить нельзя, но шопинг тоже нельзя, но порадовать своих близких можно найти способ всегда. Например, заказать им очаровательный букет цветов и... Рецепт от всех болезней – это чудесный Наполеон из причала. Вы можете заказать оттуда еду со скидкой 15% и цветы со скидкой 15% от студии 55. Слушайте, порадовать своих близких всегда намного проще, чем нам кажется. Особенно, если мы не можем это сделать своим присутствием. Поэтому дерзайте. Мы заказали еще и плов, и вы посмотрите на это чудо, то, что нам прислали. Нарисовали на чесноке. Прикольно. Все можно отдать. Вот такой красивый малыш к нам приехал. Знаменитый Наполеон. С американской рекламы 20-х годов. Итак, смотрим. Реклама продуктов. Вот так это все выглядело. Прикольно. Вообще так нравится мне. Извините за мой шикарный внешний вид, но я не бьюти-блогер, могу себе позволить. Вот смотрите, на самом деле это хороший вопрос, его часто все задают. Заказывайте просто доставку из проверенных мест, которым вы доверяете. Заказывайте у сетевиков, у которых 100% высокий контроль качества. Самые проверенные места – это Чайхана, Кофемания, ресторан Клёва, там 100% чистейшая кухня, Бакинский бульвар. Также мы делали обзор на Блюфин, там можете заказать. В целом в этих местах мы уверены. Вот знаете, такая мысль касается не только ресторанов. Вот не бойтесь отказывать себе удовольствие, именно не бойтесь, потому что, знаете, случается с тем, кто этого боится. Поэтому если чем больше вы будете бояться, тем больше вероятности, что это случится. Поэтому... Рекламировали Moscow Beauty Blog. Хочу еще раз сказать огромное спасибо, особенно за эту сыворотку, с которой вообще просто от запаха, который все мужчины сходят с ума, а на утро ваша кожа просто блистает. Спасибо огромное, это просто невероятно.